Hola. सबैभन्दा ठुलो मान्छेहरू चाहिँ के हो? Из них были
С нами полковник, или боевые награды. Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляхов. На брусчатке Красной площади парадный расчет юных нахимовцев из Санкт-Петербурга. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Андрей Синевич. Более 15 тысяч флотских офицеров и финансовые работники. Командует парадными расчетами майоры Мария Васильева и Екатерина Ряхова. Примером для девушек являются участницы Великой Отечественной войны. 93 женщины в годы войны стали героями Советского Союза. Четверо полными кавалерами Ордена Славы. Мимо трибун проходит полк Воздушно-космических сил России. В его составе офицеры и курсанты военную часть парада открывают знаменные группы со штандартами 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. Площади 45 боевых знамен, расставленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей. Боевые реликвии в надежных руках продолжателей славных побед фронтовиков Великой Отечественной войны. Торжественным маршем проходят парадные расчеты подразделений времен Великой Отечественной войны. Первыми идут пехотинцы со знаменитыми винтовками Мосина. Именно пехота с первого и до последнего дня войны в череде непрерывных боев огнем и штыком ковала победу. На брусчатке Красной площади летчики в форме военных лет. Именно они в воздушных боях очистили небо от фашистских стервятников. Красные площади моряки, ставшие в годы войны примером мужества и отваги. На марше саперы Великой Отечественной войны. Их самоотверженные действия спасали жизни солдат, возвращали к мирной жизни города, освобождая их от мин и боеприпасов. Оркестром исполняется более 50 маршей и музыкальных произведений. Подполковник Дмитрий Томин.
легендного полка под руководством майора Дениса Бойшова. Возможности комплекса не может превзойти ни одна система ПВО зарубежных стран. Противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами ЯРС, составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. В основе конструкции возможность замены боевых модулей и надежная броневая защита личного состава. Бомбардировщики Су-34, истребители Су-30З и Су-35С, ведущие группы полковник Юрий Грицаенко. Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» в составе кубинского варианта на истребителях Су-30С и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. По традиции замыкает парадный строй Воздушно-космических сил России 6 самолетов-штурмовиков Су-25БМ, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу полковник Александр Котов. Пролетает строй
57. Ведущий группы подполковник Владимир Волоцков. Завершен. Да здравствует 75-я годовщина Великой Победы. Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура! Thank you.